16 по 26 февраля в венгерском Дьоре проходил чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия. На нем выступали сразу три омских спортсменки, каждая из которых вернулась домой с наградами. Екатерина Чеканова стала сильнейшей среди юниорок в составе российской команды в стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров. Россиянки одержали победу со счетом 22-10. Как отметила тренер девчонок, для них это были непростые соревнования, но они справились на отлично. Тяжело. Это впервые такая программа на Европе. Добавлены упражнения, и они увеличены по своему объему. Приравняли к мужским, ну, наверное, мужчины боятся, что мы их обстреляем. Для девочек, у меня две девочки в команде, они вообще первый раз на такого уровня в соревнованиях. Конечно, тяжеловато, морально тяжеловато, физически-то мы ничего. Еще есть над чем работать, конечно, все еще впереди. Ну вот хорошо, что хоть характер проявили, смогли выстоять, и вот мы лучше. Конечно, в первый раз было волнение, естественно, но все то, что вот получилось, вот эта вот медалька, это не только моя заслуга, потому что это было в команде. И все переживания мы разделили на троих. Еще одна омская спортсменка Юлия Дензон стала чемпионкой Европы, завоевав 5 медалей из 5 возможных. В ее копилке золото в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров, а также в командном зачете в этом же упражнении. Кстати, россиянки здесь смогли не только одержать уверенную победу, набрав 1135 очков из 1200 возможных, но и установили европейский рекорд. Еще в арсенале Юлии серебряные награды в упражнении «Пневматическая винтовка», стрельба по движущейся со смешанными скоростями мишени на дистанции 10 метров и в той же дисциплине среди смешанных команд. И даже несмотря на то, что для Юлии звание чемпионки Европы уже весьма привычно, в этом году состязания Старого Света смогли ее удивить. Такого, конечно, успеха у меня никогда не было. Это первый раз. Из 5 возможных 5 медалей. Тем более в этом году у нас на чемпионате Европы ввели новое упражнение «Микс Тим». Это мы стреляем мужчина-женщина, так же, как на винтовке, на пистолете. И достаточно так неплохо мы выступили с мальчиком с Крыма. Интересное упражнение. Мы стреляем сначала квалификацию, и по итогам квалификации мы с Владом прошли первым номером в финал. А потом начинается медал матч. Так же, как я лично стреляю на своем упражнении. Первая пара с четвертой, вторая с третьей, ну и там за выход в финал. Интересное такое упражнение. Интересно стрелять, непонятно, как стоять, непонятно, как стрелять. Тем более, нам даже пристреляться, по сути, не дали вдвоем, только лично каждому. И мы даже не понимали, как вот, какую паузу выдержать, где что делать. В принципе, к финалу так подошли неплохо, но, правда, в медал-матче за золото немножко проиграли. Обидно, конечно, но ничего, это первый раз, так что. Первый блин, как говорится, всегда комом, но будем надеяться, что это не блин и не комом, тем более серебро чемпионата Европы за это упражнение, поэтому есть к чему стремиться. Также в составе сборной России выступала серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина. А Мичка впервые попробовала свои силы в командной стрельбе. В итоге наши девушки опередили немецких спортсменок в стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров со счетом 22-12. Достаточно сложный чемпионат, потому что освещение в обоих тирах было очень сложное и странное. Не все выдержали такое испытание. И вообще, какой-то же чемпионат Европы, все равно у всех нервы немножко потряхивают. А сами вот эти соревнования, я первый раз участвовала в командном старте, и мне очень понравилось. Ну, это всем понравилось. И интересно, приятно смотреть на то, как работают 3 человека за одну страну.